Чи змінювати місце проживання в найбільший час? Нет, я считаю, что вам не нужно менять сейчас место проживания. Это не приведет вас ни к чему позитивному, никак не показывает мне хорошую у вас жизнь, если вы изменяете место проживания. Собственно, как если даже останетесь, не поменяется место проживания. Тем не менее, я хочу вам сказать, в чем же является тайна и что вы на самом деле ищете. Очень часто человек ищет возможность жить где-то для того, чтобы в жизни его что-то изменилось. И здесь есть два варианта. Он действительно оказался в том месте или не в том месте и не в то время. То есть у него есть ряд событий, его знают по родителям, по ему, там еще как-то знают. У него круг общения такой замкнутый, и ему в жизни не везет. То есть круг общения людей, которые зациклены на одной задаче, вас знают как человека, который не способен сделать то-то, то-то. Вы попали в ментальные сети своего места проживания, и из-за этого у вас ничего не получается. В этом случае хорошо уехать из того места, где о вас все знают, в другое место, где о вас ничего никто не знает, для того, чтобы создать новое впечатление о себе. Но бывает и так, что человек хочет или думает, что при перемене мест слагаемых сумма будет изменяться. На самом деле человек ищет счастья и думает, что в случае, если он несчастлив в том месте, где он работает, и перейдет в другое место, или в другую страну переедет, или в любой другой город, ему станет лучше. На самом деле это не так. Мы очень часто ищем счастье, но не способны это счастье ощущать. Так мы готовы изменять мужчинам или женщинам, искать кого-то на стороне, не понимая, что никого мы не найдем до того момента, пока в груди счастье не появится, или в груди любовь не появится, или в груди тепло, или какое-то теплое состояние, чувственность такая. Так мы ищем где-то любовь, где-то заботу, где-то счастье, метаемся по жизни, что-то ищем, и в итоге так его и не находим. И это такая вот бывает закономерность людей, которые нацелены на поиск, но не нацелены на то, чтобы найти счастье. Я говорю все время, можно найти счастье даже в разрушающейся семье, если человек нацелен на счастье. Как же его находить? Нужно каждое утро говорить, что вам нравится в жизни. Просыпаться прямо и произносить, мне нравится это, мне нравится то, мне нравится стена, мне нравится горы, мне нравится пол, мне нравится там. Все нравится. Так постепенно вы себя обучаете тому, чтобы хоть что-то в жизни нравилось. Высшие силы, видя, что вам что-то нравится, дают еще больше для того, чтобы что-то нравилось. А если человек живет по принципу «мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится, мне не нравится», то жизнь так разворачивается к нему, что бы он ни делал, жизнь будет связана с тем, что ему не нравится. Не обязательно говорить, это можно про себя думать. Просто нравится это, да нравится то. Пусть получается у вас.